Так, еще прикольнее будет. Небо как-то здесь потемнело сразу, после того, как я начал запись. Жри. О, подожди. Ганаев! Лох. Да вообще. Вообще, Егор. Это ты же, да? Крыса ебаная. Ты уже включил? Да нет. Не, уже реально включил? Да. Фу, Безмик, заткнись. Само-то боишься, наверное, говорить с Микро, потому что он 11-летний. Да кто там, Диман? Козлина. Ты так красиво упал. Я с тобой сейчас иду, давай. Да, подбирай бомбу, иди ставь. Да, там никого нету. Ты последний остался, давай. Слейся, покрыл, значит. Да сам ты знаешь, как нуб слился. Ну уж получше, чем у тебя сейчас, да. У кого, у меня? Да, вообще. Блин. Я сразу просираю где-то 5000 на дигл по 90 гранат и брони. Нифига не пига! Пошел ты в жопу! Спасибо за... Машину мою по 90. Спасибо за по 90. Чё? Да это ничего. Какой у тебя счет? 4-3? Убей своего. Так, ты тут? Да. Да мочи уже, сливай. Не слей и не мочи. Так, ну нафиг, как и Поша, без брони, только с одной гра. Фу, как нуба. Поша, нуба. По 90. Ну чё, блядь, петушачьи лапки заткнулись-то нахуй. Нати. Ну, высуньтесь, тварь. Егор, ты был. А? Беспален ты был. Ага. Ну, давай, стреляй. Отстреливай. Стреляй. Герой, блядь, да, хуй. Что он делает? Сука. Обожаю ПП. Тварь. Помогу тебе. И другим проходом пройти. Другим проходом не советую. Блин, по кью подошел. Че думаешь, я его убил? Знаешь что, у тебя какой счет? Ну, 10-5. А знаешь, почему заткнулись? У тебя 7-5. Просто понимаешь, как бы... мы просто намного умнее, чем ты. О, блядь! Слышь, блядь, вот ты олень пиздец. Зачем так? Вообще, вот, блядь, ты себя в эту фразу, ты её придумал, сделал. Да иди нахуй, я просто сижу, ебать, урод, банку пива пью, и всё, мне просто поверь, никак не пиздец, блядь, иди нахуй, всё. Ну, банку пива, блядь, понятно. Ты с какой-то жопой вещаешь,
вообще ни слова не разобрать. Да ебало ты, закрой нахуй, я тебе так скажу одним словом, ебать. Как ты мне, ебать, ты мне не сможешь, блядь, ничего сказать, потому что ты гандон, я гандон, а в чём будешь слушать, о чём я буду говорить? Вы слышите, что вас снимают сейчас на видео? Кто тебя вообще, блядь, когда лежу учил? Ты чё, в цирке Мугачёва выступаешь, блядь, дрессированный гандон, да? Ну, Енова, ты чё, Енова, закройся, Ты где? Сдох? А нет, вот ты. Ну что ты, ебать, в жопу не приедешь или нет? Откуда? Он сзади, а нет. Он вообще, он как-то из-под низу вас стрелял. Шаданчик. Ты какой купил? Хуя мы тут на дыре так вот посовещались, ебать, и пришли к такому мнению. Ты просто так сильно хочешь, чтобы тебя кто-нибудь в жопу выебал, что ты аж прям, блядь, я не знаю как. Ну нет, я просто хотел бы, чтобы ты приехал, а я тебе челюсть в трех местах сломал, вот так, блядь. Нихуя, да ты этот, холодом что ли, ебать, его, или что? Конечно, блядь. Ай, пацаны, как у вас было? Слушай, да ты тогда серьезный парень, может, тебе тогда не стоит ехать? Так а ты и не приедешь, потому что ты такой. Не, ну не только поэтому. Во-первых, я тебе расскажу по нескольким причинам. Во-первых, ты сидишь, блядь, в каком-то колхозе, ебать, какой-то, блядь, в Краснодарском крае или еще какой-то жопе, хуй знает. Не-не-не, блядь. Как ты не приедешь? Да ебать, блядь, слушай, ебаный, блядь. Да слушай, я ж тебя слышу. Ты берешь тебя в жопу, ебать, я тебе говорю еще раз. Все понятно, а кого ты не берешь, а кого ты не берешь, очнись, блядь, кого? Сегодня папа придет с работы, выебет тебя в жопу, это, наверное, я поверю, да. Потому что у тебя психика изуродована, тебя, видно, в жопу ебали в детстве, что ты только об этом, блядь, говоришь. И добрые люди у нас сидят. Ага. Причем оба за нас. Блин, у тебя амбиции дохуя, реально ты выебать никого не можешь. Не выебать, не подраться, ничего. Потому что ты, блядь, я тебе начал диктовать адрес, чтобы лист не заткнулся. Нахуй куда выступаешь, если ты чё? Сиди и молчи, да. Все разъяснил. Ты здесь? Угу. Куда я гранату закинул? Здорово всем! Добрый день. Кто КВ будет? Акс, Акс, будьте КВ. Не, мы не в состоянии. Серьезно. А этот Томас нормальный? Мы в состоянии, ты чё? Как? Этот Фамус нормальный или чё? Не знаю. Фамус, да, нормальный. Чё ты хейтишь? Иди нахуй отсюда, блядь. А то мне кто не понравится, сразу банить будет. Да ёп! Слеповые, дауски. Тут развивать народу, да? Да! Тупые гранаты! Доминик! Не, Фамус уж очень говновый какой-то. Нет, нет, я АМ Элива. Я смотался? Да. Я там кого-то ранил в голову, но что-то не сделал. О! Крыса! Крыса! Ну, у тебя еще админ. Пока плавно, все перемочили ее. Один вообще, значит, ножа резал. Пожалуйста. Да кого он резал, блядь? Дрочил, дрочил, то АВП, то мой. Прошу нахуй! Вот еще один, блядь. Бори. На синорке играю. Сейчас приду. Давай. Синоркой. Уходи отсюда сразу, я тебе говорю. Уходи отсюда. Блять, обычный ты бандовый. Блин, присядь ты. Не, не садись, не садись. А ты кто такой, чтобы народ закрывать? Старший товарищ, чёрт.
Хай. Хотел хэдшот сделать. Тебя плохо слышно? Да, чё такого дохуя. Димон! О, АВП Индия, через 5 минут 40. 6 секунд. Вот, нормально. Ай, убил. На тело. Так, это говно, я думаю. Так, для приколки. Да, блядь, чё? Притаился, блядь. Я пойду. О, гранат. One, two. Play. Headshot. Да ебаный в рот. Дробовичок купил. О. Там никто не кроет сейчас за поверь. Я такой. Нет! Диман, ты тут? Да, как тебе не стыдно? За чё? Это эти, которые микроорут. Не знаю, что должно быть стыдно. Вот, тут два пистолетика. Это пистолетный пистолет. Так, ещё страшнее. А бочка же была у... Она это же? Ну, она не... Так лежала. Я ее в начале раунда обстреливал. Ну что, эти еще орут? Да, нет, куда отходил? Я, да, дверь открывал. Егор. Официант, что ли? Тебя что, убили? Ай? Тебя что, убили? Да, вот, прям в первом месте у своих. Сейчас там где-то через минуту карта сменится на какую-то. Я знаю. Пойдем дальше. В смысле? Ну, на следующую карту пойдем. А? Я просто снимать буду. Я на YouTube поставил. Я пулемет купил. Зря. Я знаю. Я никогда ничего не делаю зачем-то. О, не зря. Зря я тебя покупаю. Headshot. Так.
зря пулеметик купил. 4 хп. Я думал, я тебя убил уже. Стол хедшот. Да вообще. Мне 4 хп ты мне оставил. О, 0.46 мне. На Италию? А, да. Ну, там, там помочимся. Я за Италию приголосовал. Я за АВП Индию. Там бы на АВП что-то не стреливали. Я знаю, но Италию мне как-то больше не... Это там, где кочка, что ли? А? Да. Там, где кочка? Прикольно. Так, ну это последний раунд или вообще я кончу убить или нет? Вот, map the dust 2 на 2. Почему не доделал? Так 2 на 2 это и называется. Награду тебе выдать, Игор. Награду тебе выдать. А, бля. Нет. Я не сдох. Бомба ебанет через 30 секунд. Где они? Игор, ты знаешь. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Сейчас звоню.